База – это место, где мы собираемся. Репетируем, песни сочиняем. Это наш главный ранеточный дом. Это место, где мы чувствуем себя комфортно, уютно и очень здорово. Вот, там прям ехал грузовик, я еду грузовик, на большой скорости, просто отлетает какой-то камень просто из колеса, отсюда не застрял, не знаю, где он ездит. Ну, вот так вот, прям такая вот дырка просто. Слушай, вообще, блин, если бы меня разбили, я бы, наверное, тут уже... Да я обалдела сегодня ночью. Да, я поцарапаться-то боюсь. Подожди, я чуть плакать. Ну, в общем, жесть. Теперь это все ремонтировать. Можно сделать. Да можно сделать. Просто. Не, ну можно жалко, сделать, машина, просто как машина, на это нужно время такая, еще. Ну, в общем, да, была приобретена и, блин, новенькая. Я никогда не думала, что вообще я так скоро получу права и сяду за руль, потому что я вообще никогда, в принципе, не хотела машину. Если смотрела на них, они мне никогда не нравились. И я никогда не думала, что я вот прям сяду и я поеду, потому что мне всегда было страшно доверить самой себе свою жизнь, как бы вести за рулем, и еще вокруг как бы, люди, я могу же с ним что-то сделать. Поэтому я всегда очень боялась. И только когда мы нашли такую машину, именно как я хочу, я села ее и поняла, что все, я из нее больше не выйду, я хочу именно эту машину, все, никакую другую красную, никакую не синюю, не черную, вот эту и все. Давай, моя хорошая, иди, моя зайчка. Слушай, я больше ничего не умею. Даже не умею нормально припарковывать. Нет, я умею, ну как, слушай, умею нормально припарковывать. Я могу, но это не так все просто. Смотрите, девочки, настоящего прошлого уже нет. То есть его нет. Настоящего тоже уже нет. О май гад! Гарри! Только я открываю рот, что там влез? Бежи быстрее! Под носом, да, делают прям сильно, потому что они не отлипают, да, вот, они с места на место переходят.